Привет, ребят. Очередной выход. Очередной мой выход в поисках щуки по малым рекам, по малым таежным рекам. Ну, что я могу сказать? Я сейчас на одном из рукавов этой реки. Там дальше на море, на взморье ветер стоит капитальный. Просто, я не знаю, там аж волны с барашками. Туда суваться вообще смысла нет. И вот здесь такой рукав, вот он дальше идет, такая заводина прекрасная. Здесь ветра нет, защищает вокруг тайга от этого ветра. Спокойно, хорошо. Вот сейчас мы вот эту щучку, ну может окушка, вот здесь вот попробуем подергать. Хотя я так думаю, что вот ветер сменился, очень холодно. Сейчас градуса 2, наверное, тепла всего лишь от силы вообще. Вчера уже вечером снег шел. Да, уже здесь снег, поэтому холодно, и ветер поменялся. Давление чуть подросло. Ну, облачно, с прояснениями, с какими-то. Так что не знаю, что мы сегодня вообще тут нарыбачим. Вот так вот идет туда вот этот рукав. Дальше там должна быть такая заводинка. И вот в этой заводинке мы с вами попробуем. Да, в принципе, пойдем с этого берега и будем пробовать ловить. В прошлом году ноль. Там, ну, какие-то мелкие щучки я ловил и отпускал. Просто полный ноль. И никого. Народу вообще никого. Никто не рыбачит, потому что рыба, видимо, не клюет. Время 12 часов дня. Прекрасный таежный берег. Туда она загибается, там какая-то заводина. Дальше такая пошла небольшая. Какие-то выходочки окуня. Ну, прямо все говорит за то, что мы сегодня, ну, какую-нибудь трофейную кило на 3 сейчас щуку. Или там крупного окуня не меньше 300-500 грамм поймаем. Сейчас вот так вот я, ребят, мечты. Вот, ну, сейчас вот так вот я буду идти, потихоньку туда загибаться. Тут вот хорошо, какие-то поваленные деревья. Возможно, в таких вот загибах она будет стоять, рыба. Но, конечно, шансов мало. Это все шутки шутками. Вот, я буду пробовать сейчас глубину, во-первых, проверять, смотреть. Вроде тут поглубже идет русло, поэтому сейчас воблер покажу, какой поставлю. И дальше пойду просто пешком. Туда, дальше туда, вот и посмотрим. Ну, может быть, на лодке туда тоже можно заплыть. Там очень тихо, хорошо. Ну и, конечно, просто осенние пейзажи. Ребят, ну, красота ведь. И березки такие, да, уже. Все-все сбрасывает листочки потихоньку. И моя Уфимка 2.0. Так, ребят, ну вот, значит, буду пробовать именно оригинальными. Они прекрасно провоцируют на атаку, поэтому оригинал японский, это 90-й, и вот 93-й трофейный воблер. Попробуем его, кислотник, потому что сейчас, ну, что-либо другое, я даже не знаю. Ничего здесь, ключ-то, в принципе, к этой речке подобран, поэтому ничего здесь выдумывать-то и не нужно. Ну, а если окунь, я не знаю, ребят, можно попробовать будет либо джиг, либо, если, конечно, тут есть какие-то ямки, свалы, ну, либо попробовать, где-то у меня тут была блесенка, она, наверное, там в другом ящичке убрана, коробочке, какой-нибудь там мэпсик. Первый забросик, 93-й, да, пробуем, просто пока проверяем глубину. Если есть ли возможность проводить 93-м, если нет, поставлю 90-й. Ну что поделать, давайте куда-нибудь туда вот. Не знаю, держится ли вообще здесь щука, нет. Да и клёва-то, собственно, нету, нету жора этого. О, ну, тут вообще глубины-то особо нет, я смотрю. Наматывает она, да.
Ну, пожалуйста, по низу иду. Нижний горизонт, в общем, я сейчас пробиваю и там смотрим. Вот на выход можно туда попробовать бросить тоже. К тому бережку. Лови не хочу. Девяностотретий воблер цепляет тут за дно, причем порядочно цепляет, и скорее всего надо вот здесь какие-то вообще заросли. Я уж подумал, клюнуло. Да, вот та заводинка, мы сейчас и туда дойдем. Ни на что вообще не берет, даже никакого намека нет. Окунь, да, окунь тут есть какой-то. Вообще тишина. Полная, причем тишина. Я, наверное, в ту заводину все-таки пойду, там как-то поспокойнее. И вот там какие-то выходочки есть, да, мелкие. Окуневые, не знаю, попробовать мэпсик поставить. Так, давайте попробуем на вертушечку, такую вот лопаточку. Она как раз, наверное, будет где-то по нижнему горизонту идти. Ну, вроде бы по дну прям идет. А, вон тут какой-то выход, опять же, окушковый какой-то. Ух, как интересно, я все-таки сюда, ребят, пришел, а тут... Ух ты, сколько... А тут утка сидела, да? А тут сидели утки и много сидела. Ну, я без ружья, ребят, у меня рыбалка. Ну, вот чувство охотника-то надо было, может, и брать. Эх, ладно. Мы так. Пусть летят. Такая стайка неплохая сидела. В принципе, можно здесь было бы даже и чучела вот так вот высадить. Опа, ничего себе. Ну, ребят, обалдеть. Вот такой вот маленький щуренок. Ну, вот такой вот маленький щуренок. Вполне себе нормально. Кукан-то пригодился. Да ладно, ну что-то есть, но интересно. Окушок, наверное. Да, маленький окушок. Ой, ребятки, ну совсем малыш. Смотрите. Ну, нет, этого мы, наверное, отпустим. Совсем уж маленький. Ну да, стой.
Нет, тебе надо как-то освободить осторожно еще. Вот он, полосатик. Вон он пошел. Маленький полосатик. Ну вот, можно, в принципе, на такую блесенку и щучку, и окушка. Да, ну можно сказать, что, конечно, клёва совсем нет практически. Ну как так-то? Ах, ребят, ну смотрите, вот это тоже особенность. Ну что, придется плыть. Придется плыть. Нехорошо терять такую приманку. Ну, сейчас поплывем. Так, я вот так вот стопорю здесь. О, так это, ух ты, да тут сеть, старая сеть чья-то, ё-моё, вот, ребята, что, вот почему зацеп-то, вижу, куда я бросил. Смотрите, почему здесь, собственно, зацепы, потому что вот что, конечно, как тут ловить, если... То есть тут вот такое все. Ну, разве это дело? Мало того, что сеть на такой маленькой речке, так еще и обмоталась об корягу. Сеть брошена. Ну, хоть бы, ладно, местные там, понятно, кушать хотят, наверное. Вот, хотя райцентр есть, пожалуйста. Ну, ладно, не суть. Ну так ты ее проверяй хотя бы, забирай, а тут вон такое. Мне как любителю, конечно, это все чуждо. Ну пришлось спасать уловистую блюсинку. Здесь, конечно, кидать сложно. Тут, ребят, зацеп на зацепе, это уже второй зацеп. Но рыба-то есть. Сейчас еще попробую, покидаю, может быть, туда обратно смещусь, отплыву. Время... А сколько время, кстати, у нас? О, время-то 3 часа. 3 часа дня. Практически 3 часа дня. Может быть, сейчас и щука подойдет крупная. Две. Одна маленькая такая, другая. На котлеты пойдет, другая на уху. Может, окушок какой подойдет. Вон, ребят, красота какая. Пара гоголей, или я не вижу это, или чирочков. Или это вообще северная утка, плавает, и хоть бы что, вот я стою, пожалуйста, ну, метров 50. Вот вам, пожалуйста, но она тут не пуганная, видимо, тут не охотится никто, не знаю, вот так вот, ребят, вместо, вон они, ну, это нырков, это гоголя, скорее всего, не вижу отсюда, ну, вместо рыбалки, которая вообще ничего не клюет практически. Может быть, и стоило бы ружье-то взять. Пусть себе плывут спокойно, а мы тут будем дальше с зацепами бороться. Не клюющую щуку пытаться ловить. Окуня, не знаю, ребята. В общем, вот такая сегодня рыбалка. 3 часа дня. По идее, к 4 должна начать гулять. Но практически нет клева. Хотя... Грех жаловаться, две щучки есть, и то хорошо, и на том спасибо. Завтра попробую еще в свою заводину обратно туда съездить. Ну, не знаю, я еще не теряю надежды, надо будет обратно идти вот так вот и тоже пробовать. Может, еще что-нибудь тут клюнет.
смотрите, маленький дохлый окунек. Так вот, это уже вторая сеть. А это вообще гигантская старая сеть. И все это здесь. Все это вот на такой маленькой, красивой заводинке. Ну так ты, если ты там промысловик, проверяй свои сети. А не вот так вот бросай. Ну это совсем не дело, ребят. Куда это вообще годится? Не знаю, мне вот это претит. Я любитель, рыбак, вот, любитель, так что не знаю, я вот этого не понимаю, не приемлю. Вот такие вот выводы, наверное. Сейчас обрежу и дальше продолжу. Но она, естественно, воняет уже. Это рыба дохлая, вонь стоит. Может быть, после этой сетки тут сейчас прям начнется клево. Вообще нет, ребята, вот эти две щучки. И то хорошо, и то спасибо. Я уже воблер поставил, пробую на него, потому что на вращалку эту ничего не клюет. Время к 4 часам. Сейчас пью чай, надо было и термос взять, ну ладно. Туда-сюда хожу. И уже лодка здесь, потому что уже неоднократно были зацепы. Просто я уже замучился снимать вам это, показывать. Зато я получаю массу удовольствия вот от такой красивой осенней природы. Суровой, очень суровой природы, потому что все, здесь уже прямо чувствуется дуновение зимы, я бы сказал. И какие-то выходы вон окуневые есть. Сейчас пойду вот туда, вот прямо и брошу туда мэпс. Намотал. Опять, наверное, какая-нибудь куски сети чей-то. Вон, тащу. Нет, я что-то забагрил, ребят. Ой, какой, ой, малыш какой. Ох, ё-моё. Ой, какой малыш. Ой, ребята, надо же. Ну ты даешь, а. Давай. Ой. Ох ты, молодец какой. Шустро ушел. И не попадайся, смотри. Ну давай лучше своего папу приведи. Или маму. Опа. Ничего себе. Вот это да. Нет-нет, а что-нибудь доклюнет, ребят, под конец. Что-то небольшое, это окунек, наверное. Где он тут есть? Да, вот и опять же. Ох ты, нет. Ох ты, ребят, это плотва. Вот, пожалуйста. Вот что здесь бьет-то. Забагрилась плотва. Ну, это у меня как обычно. Это вот прям красота вообще. Забагренная плотва. Ребят, этот воблер просто работает на все. Ну, точнее, конечно, как работает. То есть, причем нет, ну это ж прекрасная, прекрасная плотва. Смотрите. Это просто вообще уму непостижимо. Это вторая плотва на воблер. Опа, есть. Есть. Мелкий окунь. Или опять плотва забагрилась, я уже не знаю, ребят. Это какой-то мелкий-мелкий окушок. Да. Или нет? Да. Ну как мелкий? В принципе, да нет, нормальный. Нормальный окунек, ребят. Пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Все это у нас пойдет. Так, окунь есть, плотва есть. Вообще шикарно. Осталось еще щучку взять. Давай сюда вот прям. К этой же плотве. Отлично, к тому бережку, как и хотелось. Опа, есть, есть. Да тоже какой-то, ну это может быть даже щучка небольшая. А может и окунек, не знаю. Не, похоже, да, на какую-то
никак не большая. Да нет, в принципе. Да нет, ну ничего. Ну, ребят, это сковородочная щучка. Это отлично. Это просто красота. Это просто красота, ребят. Это сковородочная щука. Это самое милое дело. Пойду-ка я ее на кукан положу. Вот оно пошло дело. Вполне себе сковородочная щучка пойдет. Опять же на котлеты. Ну все. На кукан. Всех их туда. Давайте, ребята. Плавайте пока. О! Не хочет. Опа, есть. Окунек, ребят. Окунек. Ну, маленький окунек есть. Есть, 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 есть. Тоже на ушицу нормально пойдет. Угу. О, сидит, сидит. Что-то небольшое сидит. Забагренное, что ли, я понять не могу. Ну как, для окуня, в принципе, стандартный вариант, ребят. Ох, красота. Опять окунек, опять окушок. Ну, опять красота. Да, забагренный. Забагренный окунек, ребят. Это классика у меня жанра. Просто классика жанра с этим окунем. Сейчас еще немножко порыбачу. Потом еще раз вам расскажу о воблере. Чтобы тоже имели в виду. Но я не знаю, достать их сейчас нет. И стоит сколько они. Стоит-то, наверное, прилично. Ребята, как вы думаете, что у меня здесь? Это опять плотва. Это плотва, ребята, на воблер. Ну, я не знаю, вы мне напишите. Я-то не особо так-то рыбак. Вот больше охоты. Но вы мне скажите, вот что, реально на воблер клюет плотва? И здесь она... Ну, нет, она тоже за глаз просто. Это, конечно, она не клюет. Я же... Так... Я же шутки ради. Но тем не менее, да, тем не менее, это уже какой-то показатель. Это вторая плотва. То есть, точнее, третья плотва на воблер. Не знаю, правда, там не видно вам уже ничего. Да и клево, нет, надо заканчивать. Идем вынимать и смотреть наш улов. На сегодня три щуки, по-моему, три окуня. И что там еще? И две плотвы, да? Ну, еще подпускал, конечно. Ну, в принципе, ребят, даже для такого момента, что абсолютно нет никакого клёва, практически, ну, нет клёва, я считаю, это тоже результат. Конечно, не трофея, естественно, но у меня рыбалка такая, она походная, в основном походная рыбалка. То есть я рыбу эту копчу, я делаю уху и жене на котлеты, вот небольших щучек, она перекручивает. И делает котлеты. Даже нет. Раз, два, три, четыре окуня. И две плотвы. Даже вот так вот. Ну, теперь давайте еще раз вот. Конечно, при свете дня еще раз скажу. Вот воблер. Это воблер 90F. То есть флоут, да. Ну, то есть он не тонущий. Он, когда рывками делаешь проводку, он заглубляется. Заглубляется где-то сантиметров на 50. Это воблер, вот он, кислотник, Z-Baits, Z-Baits серии Ridge. Об этих воблерах мне, кстати, Макс рассказал, познакомил меня с ними. Макс, здорово, дружище, если смотришь, привет тебе. Вот. И тебе спасибо, потому что, в принципе, благодаря тебе я с этими воблерами очень уловистыми познакомился. Да, ребят, естественно, это оригинал, это японские воблеры, и они стоят прилично. И даже я не знаю, сейчас есть ли они в наличии. Но вот эта кислота, вот именно этот кислотник,
он работает практически всегда, даже когда клёва нет. Он здорово провоцирует рыбу. Это вот 90-е, а 93-е я вам показывал, он покрупнее. Есть еще такие орбит у них серия. Горбатые такие тоже пойдут. Там есть СП, чуть побольше заглубления, и тоже флоут, вот F-ка 90. Это именно касаемо вот таких вот малых рек, когда, ну, мелко довольно-таки, когда просто цепляешь постоянно там где-то растительность под водой, какой-то коряжник, вот чтобы проводить у дна, но не по самому дну, потому что все-таки вот ты горизонт вот этот у дна берешь, и в основном то рыба там и бьет. Вот. Ну, иногда бывает и где-то в пол воды стоит, это где-то где глубина уже. Вот. Ну, так-то щука, я не знаю, она обычно стоячая такая, это же хищник. Она не будет там на поверхности где-то находиться. Вот, ребят. Поэтому вот, наверное, уже могу вот так посоветовать тоже вам эти воблера. А по китайским пока ничего сказать не могу, потому что клев очень рваный. Ну, его, считайте, вообще нету. Очень холодно сейчас, где-то, наверное, уже около нуля. И обещают снег сегодня. Ну, вчера он был. Вот, завтра я еще раз порыбачу и, наверное, в той своей любимой заводине попробую. Хотя, наверное, тоже клево не будет. Может, просто щука даже оттуда ушла. Хотя вода довольно чистая. Ну, вот так вот. Зато, ребята, вот такой вот закат. Уже, в принципе, темнозорь. Вот еще 6 вечера нет, а уже темнозорь, ребят. Все, темнеет очень рано. Поэтому я собираюсь и плыву обратно на берег, в освояси. Вот еще надо сейчас по этой воде. Я обожаю, когда уже такая темнозорь, и даже потемно плыть. Так чувствуешь, бодрит прямо. Так что, ребят, вот под таким ветром сильным, да, северным ветром я с вами сегодня прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Большущей вам удачи. Вот в этом сюжете, наверное, все. И да, еще посмотрим, что будет на заводинке. Пока, увидимся. Собираемся.